Я вспоминаю, как занималась с отцом после крысиной чумы. Он говорил, что когда-нибудь наши враги придут за мной. Запахи и звуки Данолы не меняются. Да, это мой город. Интересно, что мы будем отрабатывать сегодня? Ну, Ваше Величество, посмотрим, что ты умеешь. Здесь нужно проскользнуть внизу. Есть. Перепрыгни препятствия и потом пока. Что это? У меня же получалось. Ладно, хорошо. Что дальше? Если бы можно было бегать и прыгать целый день. Теперь тест на ловкость. Иди ко мне. Ты быстро учишься. А теперь посмотрим, насколько ты бесшумна. Отец все время твердит, как важно ходить бесшумно. Если успеешь его придушить, еще один человек, придя в себя, живым уйдет домой. Опа, заметили. Подкрадывайся к врагам со спины, нападай неожиданно и придушивай их. Вся в меня. А теперь посмотрим, насколько ты бесшумна. Чтобы тебя не заметили, прячься. Он ничего не заметил. Тихо, будто рысь крадется за газелью. Помни, пистолет разбудит всех в доме, а арбалет стреляет бесшумно. Теперь больше оружия и боевые тренировки. Ну что, Эмили, подеремся? Да.
хороший удар. Вся в меня. Если на тебя замахнулись клинком, ставь блок. Есть. Блок клинком. Неплохо. Очень хорошо. Ты прирожденная драчунья. Правильный блок выбьет врага из равновесия. Ну же. Разумно. Ну же. Это остановит даже самого жестокого убийцу. Даже в бою можно придушить противника. Пока они выбиты из равновесия, наноси смертельный удар. Я хочу знать, что ты за себя постоишь. И когда ты попадешь в беду, ты будешь готова. Зачем мы отмечаем годовщину ее убийства? 15 лет назад, в разгар чумы, едва не погубившей Дану, наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. В борьбе за власть те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом, но мой отец, Корво Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Ваше Величество. Мне уже не нравится эта церемония. Ваш перстень. Все, вы готовы. Спасибо, Алекси. Открывай двери. Ее Императорское Величество Эмили Колдуин. Мои верные подданные. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Доживет ее имя сквозь века. Эмили. У тебя усталый вид, отец. Каждый год надеюсь, что в следующий день памяти Джессамины будет полегче, но нет. Вот бы мама была на троне. Я скверная императрица. Ты учишься. Не думай о провокаторах. И мы поймаем королевского убийцу, рано или поздно. Люди говорят, это ты, что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня. Нет, кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь взаперти? Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись, скоро все закончится. Защитник короны и отец. Давно уже пора было запретить совмещать эти титулы. Ваше Величество, прежде чем начнется церемония, у нас неожиданный гость. Герцог Серконоса.
Рамзи говорит, у герцога особый подарок. Любопытно. Его светлость Лука Абеле, герцог Сирконоса. Механические солдаты? Как странно. В чем дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ваше императорское величество, и вы, защитник короны Корватана, уроженец нашей родины, Сирконос приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле, восходящей звезде южных небес. Мы благодарим вас, герцог. Не спешите, ваше величество. Вас ждет величайший дар — семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Не может быть. У моей мамы была сестра? Моя дражайшая племянница. Это ложь. Мой отец — император Эйхорн Якоб Колдуин. А Джессамина — моя младшая сестра. Когда она умерла, я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть Данул. Теперь я вернулась домой. Если вы и правда сестра моей матери, гостите здесь сколько пожелаете. Бедный мой воробушек. Я пришла освободить тебя от гнета короны. Отец обещал мне трон много лет назад. И вот я здесь. Повежливей. Эмили Колдуин, дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник короны. Пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моем дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все, ваша законная императрица вернулась. Слава императрице Далиле! Далиле Первой! Арестуйте Эмили Колдуин и ее отца за преступление королевского убийцы! Что? Мое сердце стали не пробить. Я обращу тебя в мрамор. Нет! Корвуатану. Тебе столько лет, и ты по-прежнему красив. И по-прежнему скрываешь метку чужого. Расскажешь мне о ней как-нибудь? Я запру его в покоях императрицы, затем отправлю в тюрьму Колдридж до суда. Мой отец спустил все. Отправил меня в страж, ну хоть не на улицу побираться. И я подчинялся тебе, Корвуатану, сыну какого-то торговца Сирконоса. Капитан, я слышала крики. Лорд Корво, что случилось? Вольно, капитан Мэйхью. Нет! Вот, значит, игрушка защитника корон. Кому нужен складной меч? Говорят, в покоях твоей дочки есть что-то вроде сокровищницы, а золота там столько, что хватит купить весь остров. Говорят, это один из двух ключей от нее. Что? Что случилось? Алекси, тронный зал, Эмили. В одиночку я ничего не сделаю. Надо выбираться отсюда. Когда Эмили было 11, она засунула в эти часы лягушку.
Я клянусь, я смогу все исправить. Я верну Эмили. Василийские ранцы снова заговорят. Об этом стоит помнить. Надо затаиться где-нибудь. Залезать раны. Я должен собраться с силами. Эти ублюдки заодно с Рамзи и герцогом Серконоса. Паб, Пёсья яма. Теперь начинается новая глава. Неужели все снова будет, как тогда? Да, Нол, он такой. Только обустроишься, и снова неприятности. Далила сорвала метку чужого. Больше никаких заклинаний. Лорд-защитник, Рамзи предатель. Невозможно. Леди Эмили, что с ней? Произошел переворот. Эмили, коротко говоря, она в заточении. Бегите из башни. Может, через сокровищницу. Сегодня в доках вас искала одна дама. Капитан корабля. Спасайтесь! Помогите Эмили! Мне жаль, капитан Мэйхью. Прощайте. Это без перстня не открыть. Сокровищницу открывает перстень. Он у Рамзи. Твои буквы и еще парочку. Одну ночь провел в борделе. Одну ночь. А теперь вон нос вваливается. Oh, my God.
Предатели. Выходы из тронного зала перекрыты, значит, нам можно не торопиться. Будьте здесь, останавливайте всех, кто придет. Я обыщу королевские покои и сразу вернусь, если, конечно, не застряну в проклятой сокровищнице. Если вернутся люди герцога, мы вас прикроем. Ох, вот так дела. Все меняется. О, да. Восстанавливается естественный порядок вещей. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? В детстве я играл с Баттингсами и Бойлами. Мы были сливками общества. И скоро вы вернетесь в высший свет, капитан. Семья Рамзи утратила положение в обществе, и, похоже, его это обозлило. Но почему он винит в этом других? Так или иначе, Рамзи опасен. Нужно вывести его из игры. Эмили, любой ценой я верну тебя. Замок сделал Антон Соколов. Сразу после чумы здесь часто спала Эмили. Надо взять. Мне кажется, королевский убийца имеет отношение к перевороту. Даже если я вынесу отсюда все эти запасы, Далилу они не победят. Пора выбираться в город. Интересно, сколько людей забыло эту маску? Это сделал старина Сэмюэль. Интересно, какой совет он...
Надо укрыться и понять, что происходит. Мне нужно добраться до доков. Из Данула. Далила превратила Эмили в камень. Но я узнаю, как снять эти чары. Подлый предатель. В городе полно людей герцога. Мне нужен корабль. У меня плохие новости. Рамзи убит. Капрал Мур проверил королевские покои. Корватана сбежал из башни. Надо его найти. Приказ ясен? Разойтись, все на поиски. Мы теперь служим герцогу Сирконоса и будем с ним до конца. Обратного пути нет. Вся чешется. Почему нельзя ходить в обычной одежде? Сказала, что через 2 месяца бросит его. Кое-кто нарывается. Мать твою, сука. Что это было? Зараза! Это его рвать ты не денешься! Эй, хватит! Он ранен! Да нет! Проклятие на мою голову! Говноед! Мне нужен корабль. У меня плохие новости. Рамзи убит. Капрал Мур проверил королевский покой. Корватана сбежал из башни. Надо его найти. Приказ ясен? Разойтись, все на поиски. Мы теперь служим герцогу Сирконоса и будем с ним до конца. Обратного пути нет.
потом пойду напьюсь как следует. Это Корва Атана! Сука, нет! Он ранен! Добивай! Мне нужен корабль. В городе полно людей герцога. У меня плохие новости. Рамзи убит. Капрал Мур проверил королевский покой. Корва Атана сбежал из башни. Надо его найти. Приказ ясен? Разойтись, все на поиск. Мы теперь служим герцогу Сирконоса и будем с ним до конца. Обратного пути нет. Кто открыл дверь? Ветер, наверное. Или еще что-то. А, неважно. Черт побери, мать твою. Thank you.
граждане Данула. Жители Данула! С сегодняшнего дня Далила Колдуин стала нашей новой императрицей. Слава Далиле Первой! Корватана объявлен в розыск как изменник. На укрывательство защитника корон. Что это было? Никуда ты не денешься! Вот зараза! Посмотрим, что там у тебя! Стоп себя! Нет! Сука, нет! Это защитник творится! Вы знаете, что делать! Он ранен! Добивай! Что за... Стоять! Ай! Рука! От меня не уйдет! Это защитник короны! Я такой. Носок без... Происходит. Это защитник короны. В смысле, бывший. Кейла, что заставили тебя ждать. Я заберу детей из Данула раньше, чем намечалось. За неделю или две до ближайшей годовщины смерти императрицы. Здесь скоро станет опасно. И дело не только в королевском убийце. К тому же нельзя упускать выгоду. Попробую перевести на юг несколько шахтеров и уладить кое-какие дела. До скорого.
Внимание, граждане Данула. Сегодня мы чтим память трагически убитой нашей любимой императрицы Джессоп. А? Стойте! Проклятие на мою голову! Смотреть в оба, зараза! Эй, кто? Получай! От меня не уйдешь! Далась ей эта квартира. Везде пылище, спасу нет. Неспокойно как-то. Что творится с этим городом? Не надо вслух. Ну, до скорого. Неспокойно как-то. Что творится с этим городом? Там кто-то есть? Что происходит? Посмотрим, что... Я не хочу умирать! Дорога перекрыта по приказу городской стражи. Перекрыта? И что? Не знаю, что это за корабль, но вдруг его капитан не откажет мне в помощи. Шли бы вы лучше домой. Если я не пройду моему магазину конец, вы погубите мне все. Уверяю вас, не стоит сейчас ходить по улицам. Ступайте домой. Баха провоняла. Жители Данула! Помощь беглым преступникам отныне карается смертной казнью. Помогайте городской страже в эти трудные времена. Это Корва Атана. Нет, сука! Тот изувер. Что за шум? Что? Я тут проверю. Ну давай! Думай... Еще одна жертва. Нашли что? Давай выходи! Что? Эй, кто?
Осторожней! До него доберусь. У него закончились патроны. Говори. Не знаю, что это за корабль, но вдруг его капитан не откажет мне в помощи. И что вы мне предлагаете делать? Это меня не касается. Шли бы вы лучше домой. Если я не пройду, моему магазину конец. Вы погубите мне все. Сказала, что через два месяца проверяю вас. Не стоит сейчас ходить. Отдал бы за бутылку грушевой газировки. Жители Дануола, помощь беглым преступникам! Я тут проверю. Это неправильно! Это Корво Атана. А? Труп? Здесь? Кто-то что-то видел, а теперь все на нервах. Мое сердце этого не выдержит. Проклятие на мою голову! Это было как... Да ну! Я на чеку. Он мне, ну конечно. Но теперь-то я не вру. Что?
должна была предупредить защитника короны. И, похоже, опоздала. Что теперь? Лорд Атана, вы должны меня выслушать. Уверяю вас. Лорд-защитник, вы простите, но видок у вас краши в гроб кладут. Сегодня столько случилось. Произошел переворот. Меня назвали королевским убийцей. Я Меган Фостер. Работаю на вашего старого союзника, Антона Соколова. И я здесь, чтобы сказать, на юге затевается нечто жуткое. Антона я знаю. Герцог здесь с некой Далилой, и она захватила трон. Эмили, у них, а я едва выбрался. Мне нужно укрыться, собраться с силами. Дануэл всегда приносит несчастье. Здесь просто край мира. Я хочу добраться до Карнаки. Королевский убийца начал оттуда. Оттуда же приехала Далила. Нужно понять, что вообще происходит. Падший дом доставит вас. Выходим? Выходим. Что-то не так. И в то же время все так знакомо. Я помню этот бесконечный холод. Где ты? Покажись! Корво, мой друг. Боюсь, ты потерял еще одну императрицу. Я не случайно дал тебе метку. Что будет с достойным человеком, если разрушить его жизнь и втоптать его в грязь? А затем дать ему шанс. Ты бы себя видел. Когда-то ты полностью отдался во власть смерти и ужаса. А потом сделал все, чтобы кошмар не вернулся. Но он снова здесь. Ты знаешь, куда ведет этот путь? Ты вновь пройдешь по нему? Ты же такой добряк. Как раньше, давным-давно. Ясно. Она всегда была здесь. Не думал, что снова окажусь здесь. Это все так же здорово. А теперь я спасу дочь. И верну ей трон. Ты помнишь? Это было так давно.
Тебе выпало столько бед. Но даже став собственной тенью, я рада тебе. Джессамина, мне достаточно слышать хотя бы эхо твоего голоса. Хотя бы его. Я всего лишь частица сама себя. И мне осталось недолго. Как бы я хотела преодолеть эту ужасную бездну и заключить тебя в свои объятия. Но дам лишь это. Мой дар и проклятие. Призови меня, и я направлю тебя, если смогу. Здесь нет звезд на небе. Здесь нет неба. Здесь никого не должно быть. И нас тоже. Но кто такая Далила? Сестра Джессамины? С меткой чужого? Далила убивала за пару башмаков и в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Ее амбиции, талант, острый ум привлекли к ней людей и привели к тому, что случилось в башне. Далила не торопится. Она заняла престол, но... Раскрою тебе тайну. Этим она не ограничится. Когда тебе кажется, что ты все понял, когда едва успеваешь расслабиться, ты вдруг поднимаешь взгляд и видишь у ворот волков с окровавленными мордами. Волков, которые хотят выжрать твои кишки. Все рухнуло в бездну. Последний раз я видел Карнаку, когда мне было 18. Я садился на корабль, который шел в Данул. Было утро, я танцевал и пил всю ночь накануне. Я гордился тем, что попал в милость к старому герцогу, и считал себя величайшим фехтовальщиком островов. С того дня прошло 36 лет. Я похоронил множество врагов. Многие из них получили по заслугам. Я остановил десятки убийц, но в кошмарах вижу лишь того, кто прорвался к цели. Кто бы мог подумать, что я вернусь в Карнаку как преступник, что буду снова идти по следу убийцы, что опять буду скрываться, готовясь вновь пролить реки крови. Просто помни, всегда помни, кто ты.
и кем ты можешь стать. Ну, старик, тянул меня в жизнь. Прощаться скоро, думать только. Прежде чем эти тигели не готовы. Вероятно, герцог еще в Данноле. А стенатели, если нам повезет. А вот и вы, когда... Так, кое-что я понял. Но что вы с Соколовым здесь делали? Старик любил Карнаку. А когда узнал про заговор и королевского убийцу, решил предупредить вас. Я знал, что ситуация накалена. Коррупция, уличные стычки. Такое случается. С этим должны справляться местные власти. Герцог бездействовал. И по всему выходило, что он стоит во главе заговора. Соколов был потрясен, а его сложно чем-то удивить, сами знаете. Мы готовились отплыть в Данул, но не вышло. Убийца. Да. Люк распахнулся, Соколов закричал. Я увидела только, что его тащат по палубе. Я следовала за ними до Адармирского института. Там заправляет Гепатия. Может, герцог пользуется услугами ее пациента, королевского убийцы. Когда-то в Адармире были стеклянные террасы. Я проберусь туда и уничтожу убийцу. Станет ли алхимик мне помогать? Не знаю. Но я постараюсь выяснить, что с Соколовым. Не стану желать вам удачи. Зачем вам это? Но когда закончите дела в институте, отключите вышку. Подведу лодку ближе. Будете готовы, я подвезу вас. Адармирский институт здесь уже давно. Но когда я жил в Карнаке, Гепатии еще не было. Из-за сторожевой вышки в Адармир можно попасть только через стоянку экипажей. Соколов или паяет, или рисует, или кутит напропалую. Но раньше было так. Хватает дорожных рассказов старины Соколова. Он же побывал даже в Пандусии. Много лет назад, покинув Гристель, я поклялся никогда более не вмешиваться в политические интриги. Я совершил достаточно злых дел и до, и после крысиной чумы. Но в Карнаке я обнаружил чудовищный заговор против вас. Здесь, на самом краю империи, даже булыжники пропахли смертью и разложением. Мы с моей помощницей по имени Меган Фостер находимся на ее судне, на падшем доме. Утром, как только закончится прилив, мы отправимся в Данул. Я все думаю, почему у вас с отцом отняли милую Джессамину, и боюсь, как бы вас не подхватил тот же водоворот. Я знаю, что Корво будет защищать вас до последнего вздоха. Но, пожалуйста, не верьте никому. Вот ты где, старик. Мне велели нанести тебе визит. Постой, ты что такое? Меган! Идем, Соколов. Нам надо поговорить.
Работа Соколова. Это Далила. Высаживаю вас в доках. Я готов. Старый город, наверное, сильно изменился. Ну, в путь. Ну, снова в бой. Довезла вас до Адермира, но там усилили охрану. Воткнули сторожевую вышку. Придется вам ехать на экипаж. Старый герцог Сирконоса многие годы строил Карнак. А Лука едва получил власть. Тут же начал вытягивать из города богатство. Все пустил на оргии и пиры. Я помню герцога Теоданиса. Славный был человек. По дороге будьте начеку. Герцог отдал весь город на откуп гвардейцам. Они могут напасть на вас. Я о себе позабочусь. Славное место. Заберитесь в Адермир, уничтожьте убийцу и узнайте, где сейчас Соколов. Думаю, Гепатия должна вам помочь. Она славная. Увидимся в Адермире. Когда я отключу сторожевую вышку, сразу подгоняйте шлюпку. Сегодня уже знакомые улицы, теперь чужие какие-то. Так жить нельзя. Уехать бы из этого города.